Смотрим, что у нас тут на канале Asmodee Play. А у нас здесь продолжение войны. Блин, а я тебя чуть не пристрелил, ты дебил. Оставайтесь в окопе и не высовывайтесь. У них снайперы. А у нас что? Рядовой Коваленко, вы здесь самый быстрый, так что будете приманкой. Я? Нет, спасибо, товарищ. Алексей со снайперской винтовкой прикроет нас отсюда. А теперь вперед, пока я вас сам не пристрелил. Ну ни хрена себе. Так, а сколько их? Давай, где ты? Так. Нормально. Они нас зажали. Если застрянут здесь, берем все! Вперед, товарищи! Вперед! Шевелитесь! Мы все вперед! Давайте рывок! А, тут это ускорение-то нету. Бежим, 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 бежим. А иначе нас артобстрелом накроют. Выбора-то нет. Выбора-то нет. Давай еще разок. Очистить жилое здание. Осталось 6 этажей. Тогда мне нахрен сюда не надо получается. Ладно.
Кому? Попал. Ну и ладно. Вау. Вот то, что мне надо было. Назад. Где граната? Давай, последний. Пора менять. Как ни печально, как ни прискорбно, но пора менять. Так. Тихо-тихо. Я даже не сразу увидел. Бежим. Так. Надо все забрать. Мне патроны нужны. Стоят и ждут. Вот твари какие. Давай, где кто? Кого вы заметили? Так. Всем пригнуться! Так, осталось-то чуть-чуть, немножечко, давай. Кто тут? Два этажа зачистить. Я не понял, подожди, а почему ты его не убил, ничего не сделал? Посмотрите, действительно такая разруха и разлом, это пипец. А ведь тут люди жили. Кошмар, кошмар. Один этаж остался. Ну что вы стоите-то? На меня смотрите. Нет,
Назад! Так, здесь нету. Там. Давайте посмотрим. Нету. Вперед или назад? Осторожно, сзади! Кого вы тут? Встретитесь с сержантом. Вот отсюда же стреляли. Падла. По нам стреляли. Мы вон оттуда бежали. Пипец. А ведь это было на самом деле. Какой кошмар. Страшно представить. Так, что мне? А, мне наверх надо встретиться. Товарищ Алексей, у нас есть противотанковые ружья на втором и третьем этажах. Вы позаботитесь о танках, а мы займемся пехотой. Вот они. Готовьте противотанковые ружья. Противотанковые ружья готовы. Пулемет готов. Удержать эту позицию. Так. Да я не видел, подожди. Так. Подожди, а он что, выше? А где лестница-то, блядь? Тут насувал. Чё ты, у тебя зубы разболелись или что? Давай. Я что-то не пойму. Пустите меня, идиот! Где, блин, ружье-то? Yeah.
Я так думаю. Слева будет, да? Где вы, где вы? А где ружье? Где ты? Так. Это наши прибыли. Ух, наконец-то. Так, объединитесь с подкреплением снаружи. Привет, братцы.
Я так по вам скучал. Что? Ты мне что-то говорил? О. Младший сержант Воронин. Ну давай. Варшава, Польша, 17 января 45 года. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да вообще. Так. А ведь так хорошо прошел. Ну, пусти меня. Наши генералы состязаются за бабами и французским шампанским. Давай. Последнего направят на перевоспитание. Нас вместе с ним, если эти разговорчики дойдут до НКВД. Ой, бамк. Ну, кто вперед? Чуть я не сунулся. Все хорошо, давай. Давайте. Понятно. Давай. Так. Так. Сначала сюда посмотрим, что здесь. Ага, отсюда не выбегали, падлы. Теперь потихоньку сюда. Бам. Убит. Какая прелесть. Как превосходно. Так. Я что, один остался или что, или вы уже ушли туда вниз? Даже не знаю как. Так, идем, ладно. Это я вас еще без шкипну за охренача. Ой-ой-ой. Где? Назад. Так. Ага. Наши в городе. Кто?
Так. Первый. Второй есть. Ни хрена. Ни хрена, да? Есть. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, так, так. Сколько вас осталось? Так-то да, уже что-то начинают это хреначить нас. Где? Где-то тут был. Наверху, наверное. Так. Ладно. Сейчас попробуем. Ним, наверное, почему. Да я не понял, ты как так мимо-то пошел, пошел и прошел. Так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну нельзя же так. А вот мы и вышли. Ну, кто-то уже упался. Все. Ну пойдем. А я на ход гранаты пошел. И что ты будешь делать? Так. Даже не знаю, как с вами обращаться тут. Понять танковый завод. Да как? Блин, ладно. Есть у меня. Так, пока вроде все хорошо. Идем, идем. Ну какого хрена так пугать меня? Ага. Гранаты можно взять, да, будет? Ну ладно, ладно, ладно. Левый фланг! О, ничего, ну свали-то. Ладно. Слава, не знаю. Ты меня как пробил-то? Как ты меня пробил? Лежит, спит. Голова болит. Что? Что с ним? Ну пойдемте, взрывайте давайте. А, тут не надо взрывать.
Давай. Осторожно, граната! Давайте. Хреначить будем их. Отойди. Вот так. Смелость и настойчивость. Волшебный талисман, перед которым исчезают любые трудности и препятствия. Ну да. Посмотрим, какие трудности и препятствия перед волшебным талисманом. Так, это то, что мне надо было. Воссоединиться с 4-й армией крестности за сколько... Вот опять завод, да, этот, или что? Как он, вокзал? Гранатами там закидывайте на меня. Спокойно. Так. Так, пора менять. Я так думаю. Нормально. Вас поиметь. Я же не просто так воеваю. Воеваю. Так, задача не изменилась, ладно? Ну, так. Что там, танки что ли едут где-то? Или просто музончик такой? Танки. Да. Так. Не надо было подождать, пока он выйдет. Или посюда не стоит. Это мой. А что же вы тогда там-то делаете, мои-то? Насували меня, кто насувал? А? Падла.
Где тут что подобрать-то можно? Есть аптечка? На складе есть аптечка, мне палец порезал. Перевязаться надо. Плохо. Идем, идем. Так. Че, с вами соединиться? В машину лезть, че? Ты еще жив? Конечно. Ну, хорошо. Это хорошо. Хорошо для тебя. Мы должны поскорее выбираться отсюда, пока артиллерия не заработала снова. Окей. Окей, выберемся.